Сегодня у нас 23 июля 2024 год. Это у нас сегодня вторник. Вот мы пришли тут на лагерный пруд, где у нас обычно крещение происходит, проходит. Вот там ангары Игоря Барабаша, зерносклад. Вот. Пришли мы с какой целью? Тут забор упал. Вот, пришли восстановить его. Это называется лагерный огородчик. Когда был лагерь, мы здесь грядки садили. Вот инструменты разные принесли тут. Все уже заросшее стоит, потому что я уже несколько лет здесь не сажу ничего. И вот забор восстановили. Вот такой вот. Ну такой временка он считается. Поставил. Потом столбушки сгниют, опять заново все переделаем, сделаем. То есть на многие годы не делаем. Как есть, так есть. Вот здесь вот ничего не прокрашивали, потому что здесь стоит столбушок. Два столбушка стоят. Вот. Вот, вот так вот забор завалился весь. Он с сеткой натянутой рабицей. Вот такие вот ямки выкапываем. Где-то примерно сантиметров 50 надо. Вот. И будем все это, новые столбушки вкапывать, сетку всю полностью поднимать и привязывать к этим, к новым столбушкам, чтобы это заново все не отсоединять, старое там, время на это не тратить. Вот, вот такие вот у нас ямки. Вот, а также здесь у нас другой кто-то трудится. Это Игнат Тихонович. Иргу тут собирает. Ну как в этом году ягода, Игнат Тихонович? Сулат, смотри, хорошая там. Хорошая, да? Сколько? Вот как я с вами пришел, уже больше половины. Да, почти целая уже. Так, да. Так у вас как? Да слава Богу. Слава Богу. Сейчас столбушок. Надо вокруг постепенно обойти, проверить, где папа. А он проверил уже, проверил. А-а-а. Проверил. Вот здесь только еще. И угол там еще. Жердь сделайте. Ну, вот. Беру, да, размышляю, да молюсь. Тут у нас два куста ирги. Видишь, какие кусты? Это вот. Ну, тут, конечно, все заросло. Тут у нас вишенка была. Была это облепиха. Ну, она вон, она сзади. Да. Вот она сзади, вон. Вот-вот. Ну-ну-ну-ну. А там прямо у нас целая плантация была. Смородины много было черной. Да. Сейчас ну, она все уже... За всем время нужно... коротко. За всем нужен уход. Слава Христу. Брат тут шкурит последний столбушок. Не хватило нам одного столбушка. Вот. Клён старенький. А вот там у нас на том огороде. Сейчас, наверное, уже не видно его тут. Николай Георгиевич трудится. Чеснок выкапывает. Нет, его что-то не видать тут, да. Ну, вот так вот. Каждый при работе. Деревенский тоже трудится, каждый на своем, как говорится, участке. Вот такой Господь дает погоду сегодня солнечную. Слава Богу за все. Аллилуйя.